Последний отчет из штаба космической безопасности. Космический корабль «Икарус» находится около Юпитера. Приблизит ли нас это исследование к осуществлению старой мечты всего человечества – выйти в контакт с разумными существами из других солнечных систем? Новое тысячелетие лежит перед нами. Земля поздравляет вас, космонавты! Нет никаких сомнений. Эти сигналы от разумных созданий. Нам удалось. Мы сделали это. Радар зарегистрировал поток побочных помех. Метеориты порядка 5 до 12 МХ. Объекты идут на столкновение. Поправка курса программирования запущена. Боевая тревога. Чертовски поздно обнаружена. Ты видишь ту пертурбацию? Это может быть плазменное облако. Дистанция 50. 40. 30. 20. 10. 5. 3. 1. Не ранена, Кристина. Какие у нас шансы?
Привет, Терри. Конрад, я поверить не мог, что ты появишься. Почему ты не пришел на 4 недели раньше? Здесь было весело. Вместе мы бы перевернули пляж вверх дном. Привет, Марлин. Привет, Терри. Терри, не забудь о сегодняшнем вечере, я принесу сопровождение. Без меня. Я сегодня вечером встречаюсь с вашим начальником в штабе космической безопасности. Говорят, этих ребят не стоит заставлять ждать. Вы ведь все документы проверили. Сделано было все. Да, это так. И тем не менее, вы настаиваете на своей заявке. Чем вы это объясните? Вовсе нет. Причины нет никакой. По крайней мере, какой-то особенной. Наши корабли поддержки не смогли ничего найти, ни с людьми, ни без. Район, в котором могут быть разбросаны части катастрофы Икаруса, имеет диаметр минимум 10-15 квадратных километров. Признаюсь, если и были особые причины для моей заявки, это то, что Икарус уже должен был найден. Вы действительно сделали все возможное здесь, в штабе космической безопасности. Здесь это черным по